А прогресс у нас с каждым годом все больше и больше. Значит, ну, оценивая только, например, прошлый год и нынешний, много, может быть, даже мы не увидим, но если брать это все с 2009-2010 года, то прогресс виден. Но хочу отметить обязательно команду Усть-Илимского района. Еще раз повторяюсь, в этом районе нет никакой учебно-тренировочной спортивной базы. Нет теплодымокамеры, нет башни, нет такой полосы, вообще ничего нет. То есть, если прошлый год они еще не поднимались по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни, да, то в этом году они это делают. Люди готовятся, они находят возможность. И вот сейчас они готовились, они ездили в Вижинский район. Соседний район, свободное время для того, чтобы выступить на соревнованиях, чтобы показать свое «я», показать, что они достойны.